Выходите, пацаны. Да ладно! Да ладно! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Там не будет запрещенного слова? Розу? Точно? Фу, не-не. Одень маску обратно. Одень маску обратно! Сейчас скипну. Сейчас скипну. Все, я скипаю. Одень маску обратно. У тебя есть сестра? Сестра? Иди сюда. Подожди, сколько лет ей? Сколько лет? Прикольно. Это что за цыган мелкий? Это не цыган мелкий, это моя сестра. Спасибо за 300 рублей. Скажи спасибо за 300 рублей. Что ты там фоткаешь? Скриншот. Он уже донат включил? Ничего себе. Скрин нажми. Подожди, подожди. Вот тебе. Если бы я так сделала в чат-рулетке, ну вообще, в принципе, на стриме, меня бы уже назвали ЧСВ, что я долбоёбка, кончено. Если бы Павер это сделал, это смешно. Ну, мне так просто, к сведению. Громче сделать? Окей. Опять ты, да? Опять ты! Ты чё, обиделся? Это ты обиделся. Это ты обиделся на пятно. Тебе чё, за щёку напихать, я не понял? Ты чё такой дерзкий-то, а? А бицух покажи. Чего? Бицух покажи. Это что за жопа? Жопа у тебя на лице. Ты свое лицо видел? Бля, школьник какой-то дерзкий, реально. Да. Ну ладно. Реально дерзкий. Павел, привет. Смотри, пальцы не откуси. А то шоколад такой же черный, как твои пальцы. Если ты уйдешь на баньку, особо ничего не изменится. Только теперь твои подписчики будут дрочить на тебя с осуждающим лицом. Почему вы решили, что на меня дрочат подписчики? Я не понимаю. Ну, мать, салам обзор. Привет. Еще смотрит тебя? Вроде нет. Кульный букет. Видимо, спасибо. Кто-то обрадовался твоему диплому. Я. Если бы не стремила, то шутка про то, что возьмут. Теперь точно в Макс или кафе была бы актуальной. Ну да, но вы все равно меня не знали и такое не написали. Логично, в принципе. Чего сказать? Бля, я не забыла, что хотела сказать. Что там обломывание? А, я забыла. Я слишком много буду донатить. Ты так редко ко мне заходишь. Ну, может, ты заходишь, даже не пишешь в чат. Это обидно. Фак! Hello, girl! Почему? Почему мне бабы скипают постоянно? Я что, такой страшный? Прошу, Пэр! Лего плей! Стой! Стой! А, блин, у них такие милые лица. Здорово! Здорово, Лего! А, вспомнила, 1, 2, 3, вот то что. Почему решили, что на меня вообще дрочат? Я сижу сейчас в закрытом платье. Оно длиннющее, пиздец, смотрите. Оно длинное, ниже колена. Что со мной не так? Что за рофлы насчет дрочилова вот этого? Я обычной внешностью. Закрытая грудь, все закрыто. И все равно будут дрочить. Господи помилуй, ну это вообще добрый день, если честно. Нормально. Рожа па! Ой, это милый. Всем пока. Ты петь умеешь? Всем привет. Ты плачешь? А что ты плачешь? Он такой милый. Слышь, петь умеешь? Да. Петь умею. Ну-ка, спочень. Когда луна такого цвета, мне хочется бежать за ней. И... Не, я не могу это говно петь. Ару, у тебя 800к смотрит 5к. Ару, у тебя 0к, тебя смотрит никто, тебя на твою мамку даже на тебя смотреть не хочет. Здорово, девочки. Ты что, блогер? Нет, все блогеры геи. Че, вози? Он запикал или нет? Я осуждаю такое. Десяточка. Реально? Ну да. Я бы тебе тоже десяточку. Ну вы в моем вкусе, знаете. Тебе сколько лет? Мне 15. А, слишком добрый старый. День. Помоложе нравится, ладно. Помоложе нравится. Эй, братан. Ты чё, ты чё, Ержан, вставай, на работу пора. Ержан, вставай! На работу пора! У,
девочки, hello. I'm from America. Это девчонка, похоже. Ой, блядь, у нее вареник видно. Внимание. А, вареник видно! Эта девчонка похожа на девушку злого. Или на злого. Я не знаю. Блин, реально вареник видно. Да ладно, я просто это. Я с Испании. Нифига, вот это ракурс. Сладенькая, а ну-ка улыбнись. И чё, у каждой девки есть рот? Это значит, что нужно на неё дрочить? То есть вы дрочите на каждую тёлку, потому что у неё есть рот? Что? Ну улыбнись, ну чё ты? Нет, не ты. Другая. Ой, не скип. Мужик. Мужик. Чё там пьёшь? Почему? Я с тобой. Что? Че там пьешь? Водку. Давай, я здесь. Я здесь, братан, я здесь. Как тебя зовут? Меня Дима. Меня Ахмед. Захожу, если есть время, а в чат не пишу, потому что жизнь слишком коротка, чтобы авторизироваться на Ютубе с пекарни. Ну, вообще-то ты можешь на Твиче авторизироваться. На Твиче я стриплю. Вряд бы знакомиться. Ну, там быстро, ну, поверь. Ты, раз ты, и ты, два, и все. Кто показывает? Кто еще? Не говори, блядь. Да ладно, это кто показывает? Да сиськи, это еще что-нибудь показывают. Боже, бедненький челик, сиськи показывают, чё-то рулетки. Бедный. То посылают, то еще что-нибудь. Тебе сиськи посылают? Да. На, серьезно, ты не верил. Как ты это делаешь? Скажи себе. Не знаю, просто разговариваю и что. И они тебе сиськи посылают? Да. Это была я. Я вспомнила его. Давай вот по-серьезки поговорим. У тебя было такое, ты сидишь, да, вот, сидишь в маленькой комнате, душной, там, не проветривается, яйца начинают вонять у тебя, такое бывало? Что? Кстати, пацаны, а яйца воняют вообще или нет? Ну, вообще, ваш орган как-то воняет? Ну, все знают, что женские, типа, имеют запах. А вот, кто хочет Билла плюс? Пацаны, ну, не знаю, кто там хочет Билла. Воняют яйца? Фу, а чем воняет? Тухлой тушенкой или что? О боже, пацаны. Сори, у меня никогда не будет мужа. Хорошо, а вот писюн вот надо типа сосать, а вот хорошо, что яйца не нужно. Потому что они воняют. Теперь я понимаю, почему не нужно. Потому что они воняют. Ну да, в принципе, все правильно. Никогда в жизни нет. О, блин, у меня бывало. О, здоровый. Здорово! Что, прямую трансляцию ведешь? Не. А что, так просто посидеть? Ну да. Где тёлки, пацаны? Ещё нету. Да, я вижу. Бля, чё он такой не за это? Не запикал? Я такое осуждаю. Нихуя себе! Ебать сосать! Ты, а, не настоящий, что ли? Какой хорошенький мальчик. А с тобой давай. Ебать, очень ровный, нет? Я знаю, что делать. Разбей вентилятор. Бля, он настоящий! Сосач, настоящий парень! Боже. Сальто, на! Сальто! Ебать, разбейте, вы ебать! Вентилятор разбей! Игорёк и весёлые троллинги. Чисто разбиваю винтоз, потому что ебаный, бля. Тупо минус вентилятор. Nice. Do you speak English? Yes, so-so, как бы. Yes, so-so, как бы. And you? Very much. Big dick. Yes, of course. Let's meet from my heart. Просто мой английский. From Цыганистан. Oh, great country, как бы. Вы можете начать меня English? Have you been? I have dick. What? Что? Ну, дик, член, то есть. I'm from America.
What? Ну, дик, член, то есть. I'm from Russia, да, and I'm Russia. I'm from America. You know America? United States, как бы. Russia. Ну да, там, да, in United States, there. Yes, yes. How температура in Russia? Как бы now... Сейчас, подождите. Just... Бля. Блин, пацаны, сори, за меня суши. А чего США пишет? Какой узбек? Эй, чё не узбек? Откуда ты? Я Москва. А чё Америка пишет? Я Америка. Давай нагибайся. Так как он кадрил тёлок, чё-то я не поняла. Как он кадрил чё?